Доброе утро. Ну, сегодня не проспала. А наоборот, еле-еле утра дождалась. Девчонки, болит поджелудочная. И прям видно, увеличилась, наверное. В общем, мне сегодня и так надо на почту, но и в аптеку надо. Наверное, надо пропить панкреатинчику. Вообще, у меня это первый раз. Ну, ладно. Что, стонать надо? Вставать, добраться за дела. Болит, не болит? Ой, почти 65 лет. Господи. Правда? Как не болеть-то? Ладно, мои хорошие. Пойду я. Хотела сказать, кофейку попью с молочком. А теперь думаю, может, не надо кофейку с молочком. А просто водички попить. Кипяченые. Ладно, включаем новый день. А вот вам и пожалуйста, минус 2. Я чувствую прям холодно. Ой-ой-ой, весна. Ну, днем-то, понятно, теплее будет, но... Тут вон, видите, розочки уже. Цветочки уже цветут кое-какие. А все холодно и холодно. Ну, а тоже чего вот? Это ж не Сочи. Да и март месяц еще. Ну, вот. Надо промазать лаком. Раз, моя. Так. Сейчас. Промажем, чтобы оно на улице нормально стояло. И думаю, что и не один раз. Ну, что делать-то, ладно. Надо так надо. О, видите, как щедро перемазала лаком-то. Пусть сохнет теперь. Ну что, мои дорогие, вот получилась у меня вот такая баночка. Хотела я ее по-другому сделать, но не нашла шнурка под золото и сделала совсем по-другому. Но мне она нравится. Вот такая вот птичка симпатичная на крышечке. Когда мне Саша сделает новый канал, там будут все видео, как и что я делаю. Вот. Ну, пока я вам показываю так моментами. Вот делаю вот такой шарфик. Ну, он на самом деле гораздо ярче. Не передает камеру, он прям такой красный. Вот что хотела сказать. Мне Ирина прислала из Сочи фотографию. Вот посмотрите, вот где красота-то, девочки мои. Ну, не чудо ли, а, мои бы дорогие. А у нас холод. У нас погода такая же точно, как в Мурманске. Представляете? Вот так вот. Ну, вот шарфик я сделала. Ну, вот и сейчас хочу еще сделать серьги.
красные вот такие же. Не знаю, как будет на видео цвет нормальный или такой и будет. На самом деле не такой цвет, а прям такой красный, темно даже красный, можно сказать. И бусы тоже совсем не такого цвета. Ну вот, серьги сделала. Правда, швензы у меня остались только без застежки такие. Когда теперь придут с Алиэкспресса, не знаю. Ну, вот с такими штучками под золото. В длину они почти 5 сантиметров. То есть длинненькие, но не длинные прям. Вот. А материал этот, это стекло. Стекло, причем уже такое винтажное, можно сказать. Но очень хорошего качества, очень хорошего, прям в идеальном состоянии. Замечательно. Ну, а я опять собралась баночку декорировать, девчонки. Вот есть у меня рваные, разные облезлые елочные бусы. Есть вот такие. Это когда-то была имитация жемчуга. Но они у меня висели на улице, и вот во что превратились. Ну, не знаю, правда, хватит ли мне этого. Ну, ладно, там посмотрим. Что-нибудь еще придумаем. Так. Что такое? Сейчас начну вот так клеить. Ну, пожелайте мне удачи. Ой, мои хорошие. Ой, как-то я почувствовала, что что-то не так со стулом, представляете? Вот бы грохнулось-то. Ой, отъелась коровушка-то. Отъелась вон, весь стул разваливается. Ой, ну ничего, у меня есть столярный клей. Сейчас я их подремонтирую. Вот, склеила. Пусть полежит. Ой, надо их помыть, они уже давно, я их не мыла. Вот, кстати, очень хороший клей. Вот, для дерева очень хороший. У меня уже расползались там. Табуретка, вот это, поклею, и все нормально. Хороший. Ой, мои хорошие, вот так вот дни и пролетают. Не успеешь. Раз уже и вечер скоро. Вот еще вот тарелку разрисовала цементную. В общем, вот вроде ничего не делаешь. Ну, там что-то, там чего-то, там чего-то. А время просто раз и все. Только что утро было. Ну вот, заковырялась и пропустила закат. А смотрите, какие облака красивые. Небо чистое, только вот тут вот облака. Красотища. Ой, девчонки, давайте, мои хорошие, не болейте. Я так вот сегодня целый день плохо себя чувствую. Ну, держусь, конечно, но поджелудочная болит. Мне звонила Лариса Артамонова и говорит: это все твоя хамса. Не знаю, хамса, не хамса. Ой.
Да. Да, мне кажется, уже такой возраст, когда чувствуешь все органы свои, про которые ты раньше и думать не думала, и знать не знала, что они у тебя есть. Да? Ну, что поделаешь, болит. Ну, зато сразу диета, сразу все дела. Пока, говорит, гром не грянет, мужик не перекрестится. Так и у нас. Сразу отправила Саше свой телефон Вите. Она меня так давно просила и говорит: мам, ну не дай бог чего. Вдруг я вот до тебя не дозвонюсь, вдруг там чего-то. Дай Вите на телефон. Сразу сама отправила. Тут же Саша звонит и говорит: мам, что случилось? Я говорю: да ничего. Она: да ладно, что ничего? Телефон почему мне сразу отправила? Я говорю: болит. Ты меня не пугай. Ну, что пугай, не пугай. Что поделаешь-то? Ладно, мои дорогие, давайте. Пусть все будет хорошо, пусть все пройдет. Надеюсь, может, завтра встану, и ничего не будет болеть. Но если будет, надо будет пропить чего-то. Так опять пропить. Столько таблеток съедаешь за день. Ужас какой-то. Ну ладно, я держусь. Я ни в какую панику не ударяюсь. Чего я вам советую? Пусть все будет хорошо. Все, давайте. Пока-пока, мои дорогие. Давайте, спокойной ночи всем. А я пойду кормить кота, явился. Голубчик, не запылился. Ну ладно, лапоньки, давайте. Пока-пока.